Первый вариант – это жениться и получить общий бизнес. Второй вариант – это обзавестись контрактом. Что вы выбрали? Конечно, я заключу контракт. Брак – это временно, а Herbalife Nutrition – это навсегда. Ох ты! Дарья Константина, вас приветствую. Здравствуйте. Мы в Украине. Мы сегодня поговорим о возможностях бизнеса в Herbalife Nutrition. Давайте начинать. Давайте. Итак, как вы пришли в бизнес с Herbalife Nutrition? Даша, с вас начнем. На самом деле бизнес Herbalife в нашей семье очень давно. И мои родители за 27 лет достигли очень серьезных успехов в этом деле. Но, несмотря на такой пример в семье, я искала свой путь. Мне хотелось построить серьезную карьеру в крупной компании. И, собственно, к 25 годам я этого добилась. Константин, у вас то же самое? Потому что, пока сейчас Даша рассказала идеальный путь человека. Мне всегда хотелось вот эти мечты, детские у них у всех одинаковые. Большие дома, крутые машины, путешествия, но пример, как получить это, никто мне не мог показать, потому что мама бухгалтер, она в банке практически всю жизнь проработала, отца я практически не видел, я с 17 лет очень много работал, начинал с ночного сторожа, к 25 годам по крупицам карьеру строил и стал руководителем отдела в крупной международной корпорации. Тогда вопрос, вы построили карьеру, что вас не устроило? Даша. На самом деле было очень много факторов, но по большому счету можно выделить три. Когда тебе платят большие деньги, то тебя покупают с потрохами, у тебя совершенно нет собственного времени. Угу. Второй момент. Мы начали задумываться, когда же мы откроем какой-то бизнес, где мы экспертны, когда же мы откроем собственное дело. И поняли, что никогда, потому что у нас нет стартового капитала, нет связей и, по большому счету, тех навыков, которые нужны для того, чтобы организовать собственный бизнес, у нас тоже не было. Ну и третий момент. Нам очень хотелось иметь какую-то общую идею, миссию, делать что-то ценное. Наша работа не приносила нам этого удовольствия. Были деньги, но не было перспектив тех, которые нас волновали. Это удивительно, на самом деле, но это очень интересно. Константин, вот мы услышали про успехи Дашиных родителей. Было ли такое, что они каким-то образом влияли на ваше мнение? Может быть, приглашали вас очень усиленно в бизнес? Вы помните такие моменты? На самом деле, мы еще, когда с Дашей начинали встречаться, Даша объяснила их обстоятельства семейные, что она свой путь ищет, и, в принципе, у них тема Herbalife в семье не обсуждалась. И поэтому и Дашины родители со мной эти разговоры никогда не поднимали. Мой приход в Herbalife случился по моей инициативе исключительно, когда мне нужно было разобраться со своим собственным питанием. Даша, как у вас было? У нас очень мудрые родители, они очень мудрые наставники, они точно знают, что каждому овощу свое время, и гораздо выгоднее дождаться, пока человек сам упрется в стену и попросит совет и выход, нежели давить и настаивать. Более того, когда мы начинали бизнес наш совместный, я уже была независимым партнером, но мы не были женаты. И у нас состоялся интересный разговор семейный с нашим наставником, с моим отцом. И он предложил Косте два варианта. Первый вариант – это жениться и получить общий бизнес. Второй вариант – это обзавестись контрактом независимого партнера. Что вы выбрали? Конечно, я заключу контракт. Понимаете, брак – это временно, а Herbalife Nutrition – это навсегда. Ох ты! Хорошо, а скажите, есть ли разница, когда ты стартуешь в бизнесе с Herbalife, когда твои наставники родители, либо когда твой наставник – человек, с которым ты, может быть, даже и не знаком длительно? По моему мнению, иногда даже лучше, когда твой наставник не близкий тебе человек. Почему? У вас сразу деловые взаимоотношения, есть дистанция, нет конфликта интересов. Мы первые несколько лет даже не говорили, что наши родители в Herbalife успешные люди. Именно для того, чтобы наши новые партнеры не подумали, что у нас есть какие-то привилегии, которые им недоступны, а, соответственно, у них бизнес не получится. Константин, а помните ли вы свой первый успех? Конечно, но первый маленький успех мы получили уже в первый месяц работы, заработали первые деньги. Мы получали новые навыки, наши доходы росли из месяца в месяц. И уже крупный успех, который я считаю таким, как камнем основоположным, произошел примерно через 1,5 года, когда я отправился на первое международное обучение. А с какими препятствиями вы столкнулись за эти 1,5 года, когда шли к крупному успеху? Препятствия были. На самом деле это новая деятельность, и приходилось заново какие-то навыки осваивать и делать это практически с нуля, но в голове перед глазами была большая картинка, и это то, ради чего мы росли и стремились. Здорово. Даш, а девочки, они же эмоциональны. Было такое в первых 1,5 года, что хотелось сказать себе «нет, надо мне вернуться к предыдущей работе», либо вы эти мысли каким-то образом отбрасывали? Как это происходило? На самом деле мы сразу всем заявили, что мы идем в Herbalife, всем нашим знакомым, сожгли мосты, и обратного пути попросту не было, потому что если бы мы сдались в первый или второй месяц, то что бы о нас подумали наши знакомые? Это стало бы клеймом на всю жизнь, поэтому мы шли вперед. Более того, за эти 1,5 года мы еще умудрились ребенка успеть родить, и поэтому очень много наложилось сразу причин, по которым нам нужно было быстро прорваться. А вы видели людей, которые сдавались на первом этапе? Безусловно, это нормально. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то идет дальше, кто-то сдается, кто-то возвращается через время, такое тоже бывает. И на самом деле я не знаю места лучшего, куда можно было бы вернуться. Как у вас проходит коммуникация с наставниками? Ну, на самом деле, нам повезло, что наставники живут недалеко, поэтому как можем, так и коммуницируем по телефону, через интернет или при личных встречах. Также работаем и с нашей командой. Даша, вы же из Днепра, правильно? Да. Как вы работаете, если люди, ваши независимые партнеры, члены вашей команды далеко? На самом деле у нас бизнес уже в 9 странах, поскольку интернет открыл огромные возможности. Плюс многие наши знакомые уехали работать или жить в другие страны, другие города. И поэтому, когда они стали частью нашей команды, стали нашими клиентами, мы нашли способы с ними общаться. А если люди переезжают, им все с нуля нужно строить? Нет, в этом и прелесть компании Herbalife, что она работает в более чем 90 странах мира, и единожды приобретенный номер независимого партнера работает в любой стране, и все наработанные, все накопленные привилегии и статусы сохраняются. И это на самом деле потрясающе. Нет границ. Нет границ. Но в любом случае это же, наверное, накладывает какие-то ограничения. Если, например, нахожусь в другой точке мира, как мне постоянно быть на связи? Наверное, внимание уже приковано к другим партнерам, которые приходят в той локации, либо нет. Последние 1,5 года мы полностью работаем онлайн, и когда ты работаешь через Zoom или Telegram, нет абсолютно никакой разницы, живет ли человек с тобой в соседнем доме или в другой стране, поскольку все равно все общение проходит по видеосвязи, переписке. Мы можем проводить совместные консультации по видеосвязи втроем, мы можем помогать делать все первые шаги нашим партнерам, даже если они находятся в другом часовом поясе, поскольку интернет открывает такие возможности. Здорово. Дарья, а сколько вы в сутки думаете о компании и сколько вы в сутки занимаетесь бизнесом? Можно в часах. Ну, давайте поправочку. Я думаю не о компании, я думаю о нашем бизнесе в рамках этой компании, поскольку мы независимые партнеры и фокусируемся только на собственном деле, на собственной команде. Я думаю, что где-то на подкорке мы все время думаем о том, как стать лучше, о том, как вырасти больше, о том, как улучшить методы нашей работы, потому что это наше детище. И на самом деле, когда мы говорим Herbalife, мы подразумеваем все. И потрясающее окружение, которое мы здесь нашли, и невероятные путешествия, которые мы с командой совершаем, и обучение, и личностный рост, и такие вызовы, которые делают нас лучше. Поэтому мы постоянно об этом думаем, потому что это и есть наша жизнь. А сколько вы занимаетесь бизнесом, вот если конкретный вопрос, в день, в сутки? На данном этапе у нас очень уже большая команда, поэтому различные виды деятельности, которые мы делаем, я думаю, что в сутки это на данный момент занимает около 8-9 часов. Но поскольку, опять же, это время, которое мы инвестируем в себя, в собственное дело, то оно проходит легко и незаметно. Это не... работа в офисе, в душном коллективе, на чужой какой-то непонятный бизнес с начальником, который может по-разному себя проявлять. Давайте так. Я все равно пытаюсь понять, что изменилось в вашей жизни за 9 лет, Кость. Можно просто по пунктам перечислять эти моменты. Во-первых, работая на кого-то, всегда есть потолок. Строя свой бизнес, потолка этого нет. И есть перспективы, и ты готов инвестировать в бизнес не месяцы, а годы и десятилетия. И ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. У нас появились время... Вообще мы раньше даже не думали, когда у нас будет время завести детей и расти их. А теперь у нас 2 детей, и мы, по крайней мере, говорим о том, что не стоит останавливаться на этом. У нас появилось время для путешествий, потому что раньше запланировать отдых нужно было с кем-то его согласовать, выцарапать себе эти даты, а сейчас мы делаем это, когда мы решили, мы сделали. И кроме того, за последние 5 лет мы 14 стран посетили вместе с Herbalife. Где еще такое возможно? И даже в течение недели мы много работаем, мы растим свой бизнес, но мы же сами выстраиваем свой график. И если в кино появился фильм, который нас очень интересует, мы можем просто посреди белого дня пойти в IMAX. Если одним словом, все это называется свобода. Этого у нас не было, это мы получили. У меня последний вопрос. Гордятся ли вами родители? Но то, что мы разделяем общую семейную идею, миссию и ценности, это невероятно сплотило нашу семью. И я думаю, что очень гордятся. Есть еще момент такой, который я хотел бы добавить. Мы сами гордимся тем, что мы делаем. Потому что на предыдущих работах, какие бы они ни были, они не закрывали такую потребность внутри, как миссия. А здесь мы реально помогаем людям. Мы видим результаты своего труда на людях, которые лучше себя чувствуют, которые становятся легче. И когда тебе человек приходит и искренне, глядя в глаза, говорит спасибо, я бы ни на что это не променял. И, ребят, я вам искренне от себя лично говорю спасибо за эту беседу. Благодарю. Спасибо большое, Владимир.